Сейчас я хочу вам показать квартиру 2 плюс 1, которая продается. Досмотрите тур до конца. В конце я вам расскажу про цену. Давайте вместе с вами залетать. Посмотрите, сразу сходу красота. Здесь, значит, шкаф. Я хочу оговориться сразу, что квартира вот эта никогда не сдавалась, никогда. Ребята ее сделали для себя. У нас сразу начинается с прихожки, зеркало, столик, домофончик, чтобы открывать двери. И здесь есть налево проход и есть направо. Налево пойдем попозже, потому что там самое очень интересное. Здесь встречает нас три двери. Значит, детская комната. Здесь есть двухспальная кровать. Здесь пошире, здесь поуже, идеально для двух детей. Компьютерный стол, вид из окошка на шикарнейший бассейн и на горы, и на море. Все, друзья, очень новое и очень дорогой ремонт. Далее здесь у нас первый туалет, раковина, унитаз, все как положено. Шикарнейшая отделка, зеркало. Идем дальше. Здесь у нас третья дверь, и это, друзья, комната. Посмотрите, как роскошно выглядит кровать с мягеньким подголовником. Аналогично той комнаты вид на бассейн, на море и, конечно же, на горы. Посмотрите, какая красота. Естественно, сплит-система, большущие шкафы. Как это все вот выглядит. И здесь в комнате свой собственный туалет, огромнейшая раковина, аналогично зеркало, все сделано в плиточке, и здесь душевая кабина. Посмотрите, какая красота. Далее мы идем в ту комнату, это гостиная. Напомню, что квартира 2 плюс 1. Здесь кухня, дорогая, друзья, вся техника, холодильник, посмотрите, какой замечательный, микроволновка, печка, стиральная машина, здесь все шкафчики вот так вот открываются, все на доводчиках. Самое интересное, что абсолютно все в этой квартире продается вместе с этой квартирой. Все тарелочки, все это уже входит в стоимость, раковина и так далее и тому подобное. Посмотрите, здесь стол, телевизор, вот такая вот обеденная группа получается у нас. Здесь стоит диван, это так по-нашему можно назвать гостиную, где вы можете сесть на диванчик и посмотреть телевизор. Ну и самое роскошное, друзья, давайте с вами проходить. Открываем шторочку, открываем дверь и попадаем на шикарнейший балкон. Блин, какой тут вид, у меня просто нет слов. Вы только посмотрите, какой вид открывается на море. Вообще просто круговая панорама. Открывается вид на горы. Открывается вид еще на горы. Здесь вы можете посмотреть бассейн, роскошная территория в этом комплексе. Конечно, комплекс просто невероятный. Такой же невероятный, как и квартира. Просыпаетесь и наслаждаетесь просто рассветом. И, друзья, закатом. И так каждый день, вы просто представьте, насколько это классно. Вот такой вот балкон. Не подскажу, сколько он, конечно, квадратов, сам балкон. Но квартира, сама квартира, это 90 квадратов. Она действительно большая, я думаю, вы поняли. Ну, а теперь, как и обещал в конце этого румтурчика о цене. Цена данной квартиры, я считаю, что всего лишь 175 тысяч евро. Учитывая, что это такой комплекс, здесь в комплексе есть абсолютно все. Абсолютно все. Бассейны, хамамы и так далее и тому подобное. Здесь есть абсолютно все. Ссылочку на этот комплекс, на обзор всего комплекса я оставлю в описании, поэтому зайдите, посмотрите. 175 тысяч евро и квартира ваша. Я оставляю также в описании контакт ребят, у кого вы можете приобрести эту квартиру. Можете сделать это онлайн, можете приехать.
Если вы сюда приедете и скажете, что вы от нас, от канала «Семья на чемоданах», от меня, от Славяна, то к вам будут проявлены особенные условия. Вас встретят в аэропорту, вас сюда привезут, вас совершенно бесплатно заселят, все покажут, сопроводят всю сделочку, и вы останетесь вот с такой вот шикарной квартирой. Напоминаю, 175 тысяч евро, и она ваша, с идеальнейшим сервисом, как, в принципе, ребята всегда делают, если вы скажете, что вы от канала «Семья на чемоданах». Пишите, пишите, покупайте недвижимость в Турции, не откладывайте на завтрашний день, жизнь одна, не стоит на ней экономить. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!